Хотел бы сразу сказать, что я в этом созыве впервые, до этого депутатом не работал, как и другие представители нашей фракции. По этой причине мы хотим начать работу с удвоенной энергией, включиться в текущую деятельность Совета депутатов таким образом, чтобы привлечь максимальную пользу в наш город, чтобы обеспечить удвоенную работу всех его интересных служб и решения, которые принимались, они ни в коем случае не противоречили интересных жителей нашего города. По этой причине я на этом заседании был, конечно, рад увидеть, с одной стороны, то, что на нем довольно единогласно все голосовали, и сразу стало понятно, что уже давно в Совете депутатов существует такая разбитая команда, которая голосует четко, практически без каких-либо комментариев. Я попытался с нашей стороны принести некоторые элементы дискуссии. Надеюсь, что мы таким образом сможем разбавить мнения, которые представлены в Совете депутатов, чтобы тем самым могла появиться некая дополнительная польза, эффективность в его работе. Ваша партия как-то была уже представлена в предыдущей сессии? Нет, не была. Вот, я думаю, что теперь, когда она стала представлена, мы сможем внести уже в историю нашего города итоги работы фракции по итогам 5 лет. Все, спасибо. Спасибо.